Привет всем, дорогие друзья! Мы продолжаем прохождение. Я по-прежнему в Фордже. Сейчас я думаю, что мы сначала сделаем героик, а потом уже отправимся в храм джедаев. Для этого я перемещусь в Форт Кемп Спидер. Так. Трейл. Элариан Трейл, что ли? Сюда, что ли? Да, похоже, сюда. Название какое-то странное. Не Форт Кемп Спидер, а какой-то Лариан Трейл. Так. Этот квест не обязательный. Но вы можете сделать, если вам нужен опыт. Я его не беру специально, потому что там надо пойти убить 10 мобов. И уничтожить 10 яиц этих мобов, этих монстров. Так, стоп, 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 я не буду вообще их трогать. Уже привычка хотел атаковать. Да я могу так пройти. Ой, ой, не то нажал. Совсем запутался. Здесь мне нужно убить дроидов, чтобы собрать с них Power Cells, батареи, короче. Так, ребятки, давайте-ка мы с вами в группу или чё, не? Не хочешь, как хочешь. Так, и где это мне их собирать. Не знаю, зачем он полез и сдох. Наверное, думал, что я маг-волшебник, который будет его лечить.
Let's try words, shall we? Stupid machine. Must have rusted a long time ago. Translation matrix initiated. Power restored. Performing full systems check. Energy level critical. Data storage. I am the gatekeeper. I have slept for... Я тут пропускаю немного. Так, это гейткипер, он тут спал 20 тысяч лет, и он хранит информацию. Гейткипер. What precisely are you? I am the information and speech engine of Kaleth. I control data storage, system logs, and historical archives. I appear to be dying of extreme mechanical damage. I do not recognize you, but I was not made for curiosity, and there is little time before I cease to function. I can transcribe any information you desire to a permanent record. This will be your only chance to recover my data. Короче, нужно извлечь из него информацию. Он там рассказывал, что он умирает. Can you explain that? I am an information engine. I am intelligent within the limits of my design. I would like to die fulfilling my purpose. Among the units of corrupted data, the histories of two of Kaleth's great lords endure. With the last of my strength, I can provide you with either the history of Lord Avamarivash, the warrior poet, or the history of Lord Maravada, the silent. Он может предоставить нам информацию о лорде Авамаравадж и воине и поэте или историке лорд Маравада. How do you want this to go? I cannot make the judgment. Take the knowledge that you and your people need. Avamarivash, the warrior poet, was a master of the arts военный and a lover поэт, of many women, while любил женщин и а тот второй был поэтом. Maravada's reign was a time of peace and learning. You must choose who is Avamarivash проводил войны, а Маравада был лидером во времена мира и учения. Надо выбрать, чью историю сохранить. Ну вот, as я не смог wish. Нажать. This crystal contains the knowledge you seek. Let Kaleth and Tython be remembered. My purpose is fulfilled. Power drain is complete. Systems now terminating. Goodbye. Чувак нажал, я не успел, пока пытался вам объяснить. Да уж.
Еще спешил и ничего не перевел как надо. Похер, короче, Quit Group. Но я бы выбрал хороший ответ и сохранил бы историю. Так, стоп, стоп, стоп. Сохранил бы историю Моравады. Но мне сейчас засчиталось то, что я сохранил историю того по темному варианту. Ничего страшного, ничего не влияет. Это побочный квестик такой, героический. На сюжет это никак не отразится. The machine created a hologram, made by the old Tythonians, I think. It gave me a data archive. Astonishing. This is a Tythonian data crystal. I've never seen one intact. This is a magnificent find, my friend. Do you know what it contains? Так, Инспирс, скажу без понятия, потому что парень выбрал темный ответ, я не хочу его вдохновлять. It's cloaked in mystery. Then, I hope you'll return to me a few years from now. And we can find out together. Now go, achieve great things. I have my own humble mission to attend to. Ну, вы понимаете, этот джедай, он как-то пал на темную сторону, он сам же вроде это сказал. А, черт, надо продаться. Здесь же есть торговец. Так, где это? Вот так. Пал на темную сторону, и мы дали ему информацию о каком-то Авамараваше, который сам был на темной стороне, по сути говоря. Такой плохой вариант ответа. Но суть не в этом. Суть в том, что мы могли вдохновить либо на мир его и вообще всех джедаев, либо взять что-то для защиты от ситхов для войны, информацию, как тот Авамараваш вел свои войны. Может, там что-то есть, чтобы помочь нам выиграть в этой войне. Я собирался взять что-то, ну, вариант по поводу мира, а не войны. В общем, я уже не помню, что там за квест, я не успел все перевести четко. Надо было, наверное, выйти из группы, прежде чем отвечать. Не надо было вместе с ним это делать. Так, надо говорить с советом сейчас. Мне точно не дали никакую верхушечку. Подождите, дали. Что-то я бегаю, а у меня есть шмоточка. А, тут улучшения открылись, но я пока не знаю, что выбрать. Поговорим со стеной. Ах, эта музыка. Ах, эта музыка. We've been waiting for you, Padawan. You've already met Master Jarek. This is Master Satil Shan. Они ждали нас. Падавана моего. I've been treating Nalan Ralak. The pilgrims who carried him here told us of your battle. Remarkable. Я лечила Нелина Ралака. Пилигрим, который принес его сюда, рассказал о твоей битве. Невероятно. Так, мне жаль, что дошло до насилия. I would have brought a peaceful solution if I could, Master.
Peace is the ideal, Padawan. But there is no shame in defending yourself. Seems we have much to learn about the villagers. Perhaps we should rethink our position. Enough, enough. Padawan, the Fount of Rajivari. You actually set foot there? Please, tell me everything. Сатил сказала, что желать мирного разрешения – это хорошо, но нет ничего плохого в том, чтобы защищать себя. Так, а второй сказал, надо будет пересмотреть, ну тот джедай-советник еще один, пересмотреть нашу позицию по пилигримам. Достаточно, достаточно, говорит мастер Йон Пар. Падаван, фонд Рожавари, ты и вправду туда ступила? Расскажи мне все. Я встретила Рожавари. Мастер Рожавари himself spoke to me. What was left of him? You saw a force apparition of Rajivari? This is extraordinary. Seems you may have been right, Yuan. I apologize to you and your Padawan. No longer a Padawan. She carries a lightsaber. She has proven herself. I have only one last question before her training is complete. At the moment, Nalan Ralak is resting in the Colto tank. When he's well, what should become of him? Короче, тот второй джедай, я имею его никак не прочитаю, ну то есть никак не вспомню его прочитать. Сказал типа, Юан, ты была права, и зря сомневались, так. Теперь спрашивает Сатиль, что нам делать с Нейлином Раликом, когда он вылечится. Как ты думаешь, что с ним делать? Тренируйте его как джедая. Нейлин proved he has great strength in the force. Maybe he has a future with us. And bring reconciliation between us and the villagers. A sound idea. We judge you ready to accept your place as a Jedi. Yuan, if you would. Ты можешь занять место среди нас, как джедай. Юан, если позволишь. Before this council, I take from you the title of Padawan. Я забираю у тебя титул Падавана и называю тебя джедаем нашего ордена. Чти прошлое и работай на будущее. Да пребудет с тобой сила. Ты хорошо поработала, мой ученик. Я. Мастер Юан. Я так и знал, что что-то не так. Отойдите. Юан, ты слышишь меня? Юан is resting comfortably for now. Юан отдыхает. It seems she's suffering some kind of illness. Похоже, она переживает какую-то болезнь. Her condition is grave. Не могу врать, ее состояние печально. Давайте поможем ей. У нас лучшие хилеры в галактике, не можем ли мы вылечить? Йоан пыталась вылечиться. Она знала о болезни. Ты знал, что она больна, и не сказал нам? Это не мое дело выдавать секреты. Это было ее желание тренировать последнего охотника. Чтобы взять последнего падавана и отучить его, пока совсем плохо не стало. А его, я была последним студентом. Now I see why she was so devoted to my training. We're sending Yuan to Coruscant. Our researchers there have been recovering artifacts from the first Jedi Temple. They may have something to cure Yuan. Take a shuttle and join Yuan on Coruscant. She will need your help. Мы посылаем Yuan на Coruscant, возможно. Мы сейчас достаем реликвии из старого храма джедаев, и, возможно, там что-то есть, что сможет ей помочь. Возьми шаттл и присоединись к Юан на Коросанте. Она будет... Ей понадобится твоя помощь. Я не дам ей умереть. I will do everything I can to make her well. Куда идет вестница, туда иду и я. Meantime. Assure Yuan we will be studying your discoveries about Rajivari. Some of the claims his apprentices recorded bear investigation. When you reach Coruscant, go to our embassy in the Senate Tower and find a researcher called Atros Finn. He'll be expecting you. Good luck to you both. And may the Force be with you.
и да пребудет с вами сила. Удачи вам. Ехать на Крусант, встретиться с Атросом Финном, их исследователем в посольстве, в их посольстве. У джедаев, похоже, есть посольство. Хорошо. Надо расширить инвентарь. А позже продать все лишнее. Ну блин, музыка в Звездных войнах, конечно, прикольная. Мне нравится. Так, что тут нам дали? Combat Technique. Combat Technique, Force Technique. Ради милишних атак. Скилл дает бонус милишным атакам. Ну, что-то я не вижу, у меня слишком много милишных атак пока что. По крайней мере. А ты что даешь? Force Breach. Locate and breaches targets. А, ладно, потом. Потом почитаю сам. Так, пойдемте-ка. Там, по-моему, еще одного дроида надо или нет? Или уже всех порешал? Что-то у меня тут только 12 левел, хотя я почти все квесты сделал. Как-то странно. На Корибане у меня 15 левел. Когда я все квесты сделал. Да, надо еще. Либо я не сдал, либо еще один дроид. А, не, это нам надо... Да, кстати, вам дают меч, и вам нужно подойти к этой машинке. Вы, конечно, привыкли, что уже можете апгрейдить меч вот так вот. А, не этот меч, который выдали здесь сейчас, где он... Вот, открыли и засунули. Но вот эту штучку вам не дали. Эту штучку дадут вам, когда вы подойдете к этой машинке. И вот нажмете вот сюда. Еще опыт дадут. Лишним не будет. Это машинка для апгрейда. Так, кстати, какой у меня стоит? 5, а тут 7. Вставляем. Все. Так, давайте-ка продадим весь мусор. Не хочу хранить его. Все. Теперь мы можем покинуть Татуин. Татуин. Тайфон. Блин, вот все время так. Тайфон, тайфон. Теперь мы можем его покинуть. Да, я тут еще пару записей в кодекс сейчас насобираю. Время вроде бы есть. Сейчас. Я не помню, правда, где точно. Но сейчас найдем. Так, это не здесь. Хотя тут можно с Казином поговорить. Давайте поговорим. Кантина. Должен поблагодарить тебя. Путешествовать с Геральдом путешествовать с Геральд оф Андраста напоминает. Так, Геральд, как это я говорил, вестница и Скоркипера, это великое благословение. Я благодарен за эту честь. Это для меня честь. Дрались с Нелленом Раликом вместе. Так, Бэтквест. Но было ужасно потерять счет. Wake up, Cage. Сейчас проснуться в клетке и быть никем. Сфокусируйся на возвращении этого счета.
Imagine how good it will feel to reclaim those lost points. Займет время, много-много поинтов потеряно. Но также набрал много поинтов на Тайфоне, так что все еще впереди. Не здесь. Вот тут вот. Нет, не тут. Да, не тут. Студенты учатся. Вот. Перестройка джедайского ордена. Ну, не перестройка, а восстановление, скажем так. Все. Больше ничего нет. Ну, разве что. Различные покои. Видите, какие детали сделали? Везде что-то есть, но вы здесь никогда не побываете. Здесь нет никаких квестов, это просто декорации. Все вот это вот, люди стоят, там что-то, кто-то что-то делает. Ученики там сидят в аудитории. Это все так. Прикольно, конечно, сделали. Хотя, может, тут есть какие-то квесты у других классов, типа воинов или типа того, прилетают сюда. Вот я знаю, что воин-джедай его отправляют на Ордмантел после Корусанта. Republic Fleet. Итак, нам дают выбрать какой-нибудь вариант одежды. Выберем вот этот для Кайзена. Вот теперь как ты выглядишь. Все, Тайтун прошли, на очереди у нас Корусант, но это уже в следующей серии. Здесь на флоте я сделаю все дела, что нужно, не буду вам это все показывать. Надеюсь, вам понравилось это прохождение, оно еще не кончилось, я так сказал, как будто уже закончилось. До следующих серий, всем спасибо, всем пока.